Так, всем привет, ребят! Вы на канале Бутербродница. И по традиции напоминаю, на Твиче проходят стримы, ссылка есть в описании. Также есть Дискорд, где я всегда выкладываю самые свежие новости, когда начинается у меня... когда выходит у меня новый ролик на Ютубе, вот так вот надо говорить, и когда начинается стрим на Твиче, во. Плюс в Дискорде вы всегда можете найти еще с кем поиграть, ребят. Ну а теперь, собственно, переходим к самому ролику, так что всем приятного аппетита и приятного просмотра, ребят. Так. Я тут решил побегать... Ого, два задания у меня здесь, контракт. Да? Это кто? Это Fire Depp какой-то? Давайте мы его возьмем. Решил побегать в Соляну по Вондалу. Посмотреть, типа, каково здесь что получится. Ух ты, нихуя себе. Прям сразу выбегает, ты посмотри. Вот это он дает. Подожди, у меня задание. Тихо. Подробности на карте. Ой, пацаны. Блять, смотри, вот что стоит. Вы чё, ребята? Ну-ка, аккуратно. Так, кстати, выносите... Чё? Это кто мне там так бахнул? Ай! Флешки, жесткие диски, короче, вино спиртное и все остальное. Это нужно теперь таскать, кстати. Где он? Воу! Там дробовики. Они же как сделали? Теперь вы проходите задание, у вас открывается, да? Ой! Дополнительные эти слоты и все остальное. Но чтобы полностью открыть, надо еще, короче... Давай мы откроем этот ящик. Надо выносить всякие еще предметы. Вот, чтобы вытащить там третью ячейку, сделать себе. Там надо что-то... Много видюх, много золота, много черепов, короче, вытаскивать из эвакуации. Вообще, в целом, в принципе, это прикольная тема. Это нормально, что они так сделали. Сейчас вообще смысл в луте очень сильно прям появляется. Прям очень сильно появляется. Так, мне по заданию надо вообще в зоопарк сбегать. Где за... А, вот, через дорогу зоопарк. И вот здесь вот где-то комната... Комната еще зоопардиста какого-то, да? Потом терминал. А где терминал у нас? Где-то терминал еще должен быть. А, и бэпку мне надо еще активировать. О. Так, терминал. А что такое терминал? Давай найдем сразу... А, круиз. Где у нас круиз? Вот он. Вот сюда нам надо еще сходить. И там что-то нам сделать, обыскать. Смотри, они тоже в зоопарке, блин. Неужели у них тоже есть ключик, который у меня есть? Я тут ключик какой-то с собой взял. Ключ, принадлежащий ветеринару из зоопарка. То есть надо будет найти ветеринар. Ну вы поняли, ребят. Тихо, друган. Ультра-1, сейф открыт. Забирайте из него все. Бэпка, флешка. О, это хорошо. О! Босик наш приехал. Так, пойдем бэпку активируем. Нету тут никого. Тихо, друган. Ты что-то придумываешь очень сильно. Золотой газик, давай, это мы возьмем. О, еще одна флешка. Мне еще жесткие диски надо, в принципе, находить. Ой, блядь. А еще я забыл, что мне надо еще находить. Короче, тут очень много надо всего таскать теперь. Я сразу даже это, в принципе, ты и не запомнил. Чего, блядь? Подожди, что это? Флакон из-под аспирина с выцветшей этикеткой. Вот он, аспирин. Кто-то, кстати, спрашивал, где аспирин? Аспирин искать? Так вот он везде. Это чисто рандомчик везде будет валяться. Вот это нихера себе! Тихо, ребят. Ой, в хату хочу! Ебать, лошадку нашел, охренеть. Ай, подождите, а чё? Ребята, аккуратно. Дайте я маленько отсюда выйду. А еще, кстати, в каждой из локаций, ребят, здесь есть бомба. Сейчас же событие какое-то идет. Там можно скинчик получить, всякую фигню. Надо искать бомбу, надо брать задание, короче, всякую такую тему. То есть, когда вы приближаетесь близко к бомбе, вам прям говорит, там, типа, рядом с вами есть бомба. Я вот не помню, здесь я вроде не находил бомбу.
Вроде бы. Но не помню точно. Надо будет прям побегать, пособирать, короче, эту тему тоже. А, ну и еще раз повторюсь. Че, кому как вообще это обновление? Мне кажется, вообще нормальная тема. Очень лабиринт. Цель в 500 метрах к востоку. Блять, лабиринт. Чё? Это что такое? Слышите, что он говорит? Фаердеп. Блять, там что-то интересное, наверное, слушай, есть. В этой штуке. Хо. Интересная тема. Так, зайти можно. Так, где у меня? А, эти там. Я понял. На лодке там, канистры. Кстати, самое прикольное, прикиньте, теперь можно... сливать бензин. Бензин можно сливать, ребята. Так, я ничего продавать не буду. Погнали вот сюда, в зоопарк. В 7. Где-то вот здесь вот ветеринарка сюда. Где-то здесь есть. Погнали. А потом в Круцел зайдем. Слушай, прям нормально. Нам прям все... Ух ты, блядь. Не надо никакой огонь на подавление, ребята. Кто-то, кстати, писал, что в одного, типа, здесь вообще, ну, очень сложно, нереально играть и все, в принципе, такого. Мне кажется, на любой карте в одного, ну, всегда проблематично играть. Вообще всегда. А что, рюкзачок есть какой-нибудь? Цитадель? Мне нужна цитадель? Наверное, не нужна мне пока цитадель. Это мне тоже не надо. Видюху давай. А, о, жесткие диски, блядь, мне надо, да? Я тебя нашел! Тихо, тихо, ты чё? Мне спирин пока не нужен. Давай вот так вот сделаем. Подожди, я же могу пойти рюкзак купить. Я что гоню-то? Ой. Пойдем-ка рюкзак. Че, купим? Побольше. Куда приятнее будет совсем. А то хожу тут, бегаю, блин. А с голей жопкой. Голяя жопка. У меня маленькая голяя жопка. Ультра-1 беспилотник уходит на дозаправку. Во. Пойдем аспирин на всякий случай. Хотя нет, аспирин мне, наверное, все равно не нужен. Без аспирина будем. Погнали. Так, а чё, босса никто не лупит, что ли? Босса никто не лупит. Очень странно. Так, а тут типы. Ну-ка, давай так сделаем. Запрашиваю разведку. Принято. Ультра-1, активность противника в вашем районе умеренная. Они вон куда рассосались все. Они все не в этой стороне. Так, а тут чё мне надо убить? Контейнеры и противников надо убить. Это будет считаться контейнером? Да, это будет считаться контейнером. Ой, еще и флешка, смотри, нифига себе. Внимание, нормально. Ультра-1, удар на вертолет противника летит к вам. А они что? Они с кем стрелялись там? Они между собой стреляли? О, спиртное, кстати, мне надо таскать. Еще спиртное, смотри. Еще спиртное, давай, вместо чего? А зачем мне зажигалка? Я же зажигалку взял, ну... Дешевое вино мне надо. Давай вместо, блядь, лошадки. Если что, мы сюда вернемся. Надо запомнить эту тему. Что здесь есть лошадка. Еще дешевое вино. Нифига, слушай, смотри. Тут сколько всего-то, а? Так, вот, смотрите, где вино можно искать. Вот в этих всяких кибиточках. Так, этот цитадель у нас там по-любому. Я ключ хочу этот заюзать. Жаба выехала. Где у нас здесь ветеринарка? Интересно, она, наверное, может, кстати, в дельфинарии быть, прям внутри в самом. Блять, еще один рез. А тут ключ нужен, да, от них? Тут же ничего у нас нету, да? Тут вроде у нас ничего нету. Ветеринар по-любому внутри должен сидеть. Ну, я так предполагаю, не где-то тут. Ну, прям, ну, по-любому, что вот тут он, ну... Хотя, кто его знает, его могут же и сюда посадить. Но это вообще вроде смотровая вся тема. Мне там 7 что-то, там точного адреса не нарисовано на ключе. Хуя! Больно как! А чё так больно? Вау, тихо, ребят. Фух. Давай-ка мы... Ой, ящик где-то гудит. Надо обойти... А, там... Ну, это цитадель, вот и гудит. Нифига себе, где ты? Тихо, друган, все. Аккуратно. Аккуратненько.
Так, это, ну, да, короче, походу я ключ здесь это, ну, вообще не использую. Ну, не получится. Блять. Не говори, вот дерьмо. Так, все, все, аккуратненько, да, ребятка, да, потихонечку. Заперто, да, океанариум нужен. Блять, жесткий диск. Это мне надо. Никак тут по-другому не зайти. Ну-ка, вот тут что у нас, давай обойдем всю эту тему. Тут какой-то у нас, вот, смотри, вход. А, ну это нет, это по кругу мы просто обошли, да? Так, что мне тут надо еще? А, еще 5 типов мне надо убить здесь. Смотри, они там стреляются. Ультра-1, вы входите в запретную зону. Будьте бдительны. Рация, где рация? Да, я не все внутри, да, заюзал. Я заюзал рацию, конечно, да, но... Я никого не убью с помощью этой рации. Потому что ключа... Ключа у меня потому что нету. Никакого... Опа, у меня рядышком боссик, да? Так, эти тоже тут, смотри, лутались. А где еще пару ботов-то тут будет? Нет. Надо вообще перезарядиться. Еще флешка. Так. И я бомбу не нашел, слушай. Что за документы? Какие-то новые документы лежат. Это что у нас? Секретные документы, 1500. Ладно, пока не до них. Так, это уже у нас, ну у нас же это 7, да, как раз получается. Вот 7, да? А может быть вот это здание еще посмотреть? Ну-ка пойдем. Может быть ветеринар в отдельном здании? Ну хотя, слушай, может быть и в отдельном. Океанариум же у нас там. Ультра-1, тихо. К вам идет подкрепление противника. А я тут был, наверное, уже. Да, я тут лутался в самом начале. Все, я понял. Тут нету ничего. Давай вон туда дальше, мы же пройдем. Блять, ну надо по-любому внутри. Еще жесткий диск лежит, нифига себе. Я уверен, прям все внутри лежит. Здесь же тоже ничего нету. Пусть-то. Тут совсем у нас, тут пусто. И игровая консоль. Нету типа никого здесь. Не надо никому ничего говорить. Блять, вот этот дрон мне нужен. Ну, он исчезнет. Вместо шприца я дрон я ебал брать. Вообще не хочу. Ну его нафиг. Магазин. Давай посмотрим, может в магазине есть у нас этот ключик такой. Это продать, обмен. Не-не-не-не-не. Это купить. Не, нифига нет тут здесь. Бэбка только там есть и все. Так, ладно, что мне надо? А, мне еще пару противников надо здесь убить. И можно, в принципе, отсюда оттекать понемножечку. Ну-ка, засчитает? Нет. Во. Босса не забрали? Босс еще катается. Так, в круцел нам надо. Иду сюда. Все, погнали в круцел. Ой, пацаны, тихо. Подождите, ребята. Подождите вы немножко, я побегаю картошкой. Потому что я такой молодой, небольшой. Нихуя себе, кто? Как снайпер кто-то стрельнул. Что-то ящик никто не хочет забирать здесь у босса. Или все ждут, пока типа все выйдут? Типа мы на последних минутах, если что, его просто заберем, ребят, и все. И типа давайте, до свидания. Ультра-1, похоже, в вашем районе все тихо. Вот так вот это, наверное, работает, да? Блять, нихуя. Не говори, я сам охуел, если честно. Я обойду стороной, все, не это. Не парься, друган. Я тебя не задену. Так, он ушел, он спрятался, да, у нас получается? Спрятался. Тихо. Ультра-1, к вам идет подкрепление противника. Все. Все, тихонько. Здесь тоже у нас закрыто. Так, все, посетил я, да? А, еще кастл мне нужен. А кастл где? Вот он. Блять, нам туда еще надо попасть. А давай посмотрим, у нас здесь рации есть, нет? Кстати, боссов надо вот этих теперь убивать. И смотрите, если вы играете в команде, там тоже есть задание, короче, убиваешь боссов, у вас открывается там ячейка, всякая тема. В этом районе все тихо. Если убивает команда, вам это засчитываться не будет.
Вам нужно убивать лично. Если вы лично это сделаете, то тогда вам зачитается, там откроется там обмен в магазине, там ваша личная эвакуация и вся такая тема. Это нужно вам самим делать, запомните эту тему. Место отмечено на вашей карте. Так, мне надо рацию теперь, да, и отмеченных противников мне надо убить. Мне надо найти рацию, блядь. А где я здесь рацию найду? Что-то здесь ни с кого рации вообще не вываливаются. Сколько мне там надо убить типов? Одного или троих? Нету рации? Нету. Бля, они друг друга, смотри! Нихуя! Ебать, что творят? Ебать, перестрелка! Перестрелка, пацаны! Перестрелка! Ё-моё, ты погляди просто! Что творится? Средь бела дня! Просто! Что творят? Ай-яй-яй-яй-яй! О, блядь, рация, да? Блядь, босса убил. Ёб твою медь. Ультра-1, разведка считает, что это могла быть приоритетная цель. Еще одна, ну, блядь, еще. Контракт. Подтвердите ликвидацию, чтобы получить ключ от мэрии. Подтверждаю, это приоритетная цель. Вы ты что, наверху стоишь, что ли? Вот так, давай еще. Еще одного надо убить. Блять, ключ от мэрии. Вместо чего? Блять, давай вместо реса уже. Хрен с ним. А, нет, подожди. Давай вместо... Нет, ладно. Рез, пожертвуем ресом. Так уж и быть. Будем жертвовать этой штукой. Блять, тут по-любому какой-то ключ, да, есть? Так, а что у нас открывающий чемодан мэра? А, чемодан мэра даже открывает. Тут есть чемодан мэра. Ультра-1, внимание, ветер усиливается. Идите в точку эвакуации. А чё, пробивала сначала, а потом перестала пробивать? Походу мне пиздец, чё? Сейчас 6 типов, ебать, да, залетит на меня? Он бежит прям за мной, я прям слышал. Он прям мчался. Это что такое? Откуда он знает? Тут ни бэпки, ничего нету. Куда ты нахуй? Я же говорю, прям за мной бежит, видали? Так, отъехал. Дружбанчик. Аккуратненько. Но тут еще кто-то есть. Блять, не допрыгну до этой хуйни, да? Ай! А, тут можно подняться, наверное, да? Ну-ка, давай. Да, вот оно. Вот он, этот крюк, точно. Я же мимо него прям проходил. Нихуя, смотри, тут ящики еще есть какие-то, ебать. Ты погляди. Это закрыто. Здесь нихуя. Ну и чё? Он один был, типок, или как? Блядь, что за вино? Дешевое вино. Хуй с ним на этот ключ. Не, давай лучше вместо вот этого. От чемоданчика мэра. Отметка на вашей карте. Там ценный оружейный ящик. Блядь, давай посмотрим. Может, его уже подняли или что? А, все, он ливнул сразу. Блять, ну у него тоже нету рюкзака. И он с эмкой просто, да? Ладно. Ой! Я упал. Так, поехали в кастл. Где моя тачка вообще? Все, погнали. Нам надо в кастл и нам надо рацию еще одну. Блять, в кастл или бэпка? Ой, это что такое? Тихо, подождите. Чё за ящик? А чё его залутать нельзя? Или это в смысле, это декор просто, блядь?
Который я пытаюсь залутать. Ну, так, типы на выходе. Все, я понял. Опять боты стреляются. Давай, поехали, поехали на кастл. Просто туда заедем. Контракт аннулирован. Да я понял, что нарушил сроки, не парьтесь. Все нормально, все хорошо. Я так мину ни одну не нашел, блин. Активность противника высокая, готовьтесь к контакту. Ультра-1, это главная радиация распространяется. Советую пройти в точку эвакуации. Подожди, это типы тут остались, до сих пор стреляются. Блять, золото. Оно точно надо. Вместо всяких ключей, ну его нахуй. Это золото для третьей ячейки нужно собирать. Ультра-1 это главный. Над вами БПЛА противника. Ебать! Сейчас меня шотни, да? Пока, братан. Я уехал, все, до свидания. Мне еще одну рацию надо найти. Ну и в принципе можно босса завалить. Завалить боссика и найти рацию. И будет вообще прекрасненько. В принципе, неплохо так вообще. Ну, не знаю, одному вроде как бы терпимо. Если сильно на рожон не лезть никуда. Так, чистенько просто побегать, посмотреть, полазить, там, полутаться, поразглядывать какое-нибудь дерьмо. Мне кажется, вообще нормально можно, спокойно. Это что было сейчас? Сейчас противник. Че, ни одной рации? Ни одной рации, к сожалению, нету. Может, с тебя будет рация? Тоже нету. Дайте рацию одну, пожалуйста. Пожалуйста, ну одну рацию. Так, а где типок у нас? А, типок... А, вон он. А, зона идет. Так, а где здесь последняя эвакуация как-то будет? Здесь еще... Мне еще на эвакуашку надо успеть. Ё-моё. Сейчас заодно посмотрим. Противника низкая. Так, куда у нас тип едет? Очень опасная хуйня. Очень опасная тема. Не успею ли я доехать потом на эвакуацию? Активность противника умеренная. О, слушайте, а никто не встречал, а босс здесь... Давай-ка другую тачку. Босс здесь не умирает в газу вот этот вот в своей машинке, который катается он? Он же, по сути же, тоже должен, типа, сдохнуть. Вот сейчас мы заодно, кстати, и глянем. Умрет он, не умрет. В сторону, пацаны. Рация по-любому выпала, да? Нет, не выпало. Выпало? Нет, не выпало. Ой, зона идет. Так, он по воде у нас двигается, да? Держитесь подальше от транспорта, или мы откроем огонь. Подожди, а что ты стоишь? Это была ошибка. Боты ебнутые, блядь. Вы что, угораете, блядь? Тихо, я свалил вообще, я не укрылся, я уехал. Бля, мне надо как-то к нему на крышу запрыгнуть. Бля, я заблудился. Я заблудился, ё-моё. Где тут как объехать-то? Ёперный театр. Я вообще, смотри, я что-то не туда поехал. Бля, он сейчас по-любому свалит, наверное, да? О, я так на перерез иду, да? Сейчас все, смотри, сейчас лоб в лоб мы тут вбахаемся. А он меня еще сбить переехать, кстати, может. Вот это я, наверное, зря сделал, да? Блядь, меня эта хрень увидела. Ай! Ай! Ай-яй-яй! Вот это меня сейчас тут зажмут, наверное, да? Тихо, дружище. Так, ну зона еще пока нормально, терпимо. Тихо, 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 тихо. Ну ты-то не стреляй. Ну я тебе ничего не делал, вертушка. Ой, я тебя даже не трогал. Так, он что, в зону поехал, что ли? Ты что, угораешь, что ли? Блядь. Это была ошибка. Попал? Блять, он уехал. Эвакуация одобрена. О, надо на последнюю эвак уехать. Тут еще по-любому типы там сейчас есть у нас. На последней эвакуашке. Так, он сменил у нас, да?
Ну, короче, надо было сразу его идти забирать. Вот о чем речь идет. О чем идет речь, надо было сразу забирать. Так. Походу, все, да? Это Дина 4, мы подходим к площадке. Держите ее. Сколько у меня? Две минуты. Бля, я надеюсь, что я успею. Ну, тихо, ребят, не стреляйте. Аккуратней. Все, я поехал. У меня последняя эвакуация. Нам надо сваливать отсюда. Просто сваливать, поехали, блядь, поехали. А я же никого... А, нет, я одного типа все-таки поймал, убил одного. Я еду. Еду, пацаны. Две секунды, потерпите, пожалуйста, я сейчас приеду. Активность противника умеренная. Да, этот, короче, вышла зона, он просто свалил, спрятался и все. И больше его нету, типа. Вот засранец смолой. Яма на лоще. Дает. Мальчишка, плохишка. И туман что-то, слушай, не рассеивается. Пока вроде как-то это. Давай мы его это... Утопим тачку. Куда ты? О, нихуя как можно. Слышь, он вылез опять. Вау! Ай! Тихо, тихо. Плашечка брони, давай. Так, сколько? Минута 30? Нормально, у меня есть время еще помансить. Ай! Нихуя, он прям у меня! Блядь, ты чё, охуел что ли, дробовик? Ты чё за лупа? Блядь! А это проблема уже, ребята! Умереть перед самой этой темой, это конечно... Блядь, это надо постараться! Идите в жопу! Стойте! Стойте! Не надо, блядь! Пацаны! Отвалите! Просто! Порвут! Не лезь сюда! У меня патроны кончаются! Все! Куда этот хрень уехал? Блядь, этот хрен там! 30 секунд! Ой! Ключик был какой-то вроде. Или мне показалось? Не, мне показалось, что был какой-то ключик. Так, все, сваливаем. Тихо. Смотри, ну этот на машинке не умирает. Да, он просто ездит и все. У него хп держится прям. Не надо. Ебать, как страшно. Вот этот, слушай, вот эту вертушку очень сложно рашить будет вообще. Ну, в случае чего... У нее прям такая позиция, только вот здесь вот залазит. А здесь они как... Вообще, просто и очень сложно будет. Идеальный выход прям такой. Профики только смогут забрать... Что за фигня? Ну-ка умри. А, он умер. Он в газу умер. Ну, в принципе, вот как-то так, ребят. Я пока тут, ну, вот такие вот ластовенькие буду тоже миссии выкладывать. Так что всем спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать свои прекрасные комментарии. И напоминаю, на Твиче проходят стримы, ссылка есть в описании. Также есть Дискорд, я всегда выкладываю самые свежие новости, когда начинается... Стрим на Твиче или я выкладываю ролик на Ютубе, ребят. Во. Плюс в Дискорде вы всегда можете найти с кем поиграть. Как-то так. Сколько я еще всякого дерьма вынес, это вообще нормально. У меня там сейчас пооткрывается всякое лобуды. Я просто манал. Всю тему собирайте, ребят, теперь. Вообще всю тему собирать и всю тему надо выносить. Бля, это прикольно. Это реально прикольно. Вот, ну на этом ролик заканчивается. Так что всем спасибо, всем хорошего настроения и до следующего ролика. Всем пока-пока!